Всем привет, друзья, с вами, как обычно, Джонни, и поначалу вы, наверное, уже поняли, что сегодня будет нарезка по ловле. Давно говорил, что буду ловить дома по ГОСу, но этого так и не случалось до этого дня. А также, ребят, всем огромное спасибо за 1000 подписчиков на канале, я очень рад этому. Я даже не ожидал, что за столь короткое время смогу добиться такой цифры, но благодаря вам у меня есть мотивация в дальнейшем снимать для вас годные ролики. Не буду долго тянуть с началом, погнали! Друзья, в который раз хочу посоветовать вам надежного продавца вертов Леонардо Вальдеса. Ему удалось за небольшой срок добиться репутации и доверия у многих людей. Парень продает верты на всех популярных серверах SAMP, в частности и на Diamond по самым низким ценам со 100% анонимностью, а также дает бонусы постоянным покупателям. Ссылку на продавца я оставлю, естественно, в описании. В общем-то, решил я слить свой дом, сразу же нашел покупателя, который был готов взять дом за 1,3 ка. Те, кто спросит, а что с карами? Я оставил их на стоянке, собственно, так как на данный момент очень сложно купить Леги или Султан Full PT. Да и, впрочем, мне жалко их продавать, так что машины все еще у меня. Ну и собственно, давайте приступать к ловле. Дело в том, что словил я где-то домов 7, так что вставить их в одну нарезку не смогу. Также хочу извиниться, может, за свои эмоции. Дело в том, что тот был мой первый дом, который я словил по ГОСу. До этого я никогда не стоял в риэлторке и не видал, как слетают дома. Там квартира слетела. Давай, 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 давай. Вот она! Купил! Ребята, первая хата уже словлена, я охереть. Только что словил. Прикиньте. Охереть. Ребят, только что словил свою первую. О май гад. Ну и дальше мне удалось продать эту квартиру на 200 ка дороже. Далее, в общем-то, удалось купить реально нормальный дом, именно экономка у лесопилки, которую я продал за 400 ка.
Ну и собственно это все, надеюсь вы оцените это видео лайком, ведь ну если это не годный контент, тогда я не знаю. Обязательно делитесь этим видео с друзьями, пишите в комментариях, что вам понравилось, а что нет. Сейчас на канале будут выходить такие нарезки по ловле, ну а также про то, как я фанюсь и так далее. Ну а с вами был как всегда Джонни, всем пока!